Елена Цапенко работает конструктором-модельером на швейном предприятии индивидуального предпринимателя Марины Торгашовой. Здесь изготавливают люксовую женскую одежду собственной разработки и по заказу московских фирм. Елена с детства любила шить, считает эту работу очень творческой и счастлива, что сумела реализовать свои таланты. Когда ты берешь ткань, когда ты смотришь, когда она еще в рулоне, она еще смотана, ее разматывают, и из нее, из этой ткани, ты уже видишь какие-то модели определенные. И когда начинаешь разрабатывать лекала, потом садишь все это на фигуру, вырезается и запускается в швейный цех, отшивается, и ты видишь, какое идеальное, красивое получается изделие, которое хочется примерить на себя и дать возможность померить и поносить всем остальным. Елена прошла трудовой путь от рядовой швеи до модельера-конструктора. Она говорит, что постоянное творчество и возможность развития – это то, что делает привлекательной эту профессию. Девушка опровергает стереотип о том, что работа швеи скучная. Наоборот, каждый день несет что-то новое и позволяет создавать настоящие шедевры. Руководитель предприятия Марина Торгашова подтверждает эти слова. Ни Вячеслав Зайцев, ни Юдашки не добились бы таких результатов, если бы они не прошли вот эту школу швейного мастерства. Поэтому я считаю, что это с большим потенциалом эта профессия. Она творческая, интересная, денежная. Ну, то есть вот все, что можно получить в жизни, это вот приходите к нам, приходите в швейное производство. Для женщин это самое то. Возможность реализовать свой творческий потенциал имеет каждая швея этого предприятия. И сотрудницы получают от этого огромную радость. Они гордятся своей работой, когда видят на телевизионных ведущих одежду, которая сшита их руками. Вот в том и заключается престиж этой работы, что ты востребован, ты можешь себя показать, ты можешь заработать, можешь себя обеспечить и еще, я же говорю, получить удовлетворение от того, что ты смог, ты научился это делать. Впереди у Елены Цапенко большие планы. Вместе со своим коллективом она мечтает создать эксклюзивную коллекцию одежды, выступить с ней на престижном конкурсе. И развиваться вместе с родным предприятием, чтобы каждый день был наполнен вдохновением и красотой. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».